Лето – это традиционное время подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. На этой неделе в Твери началась проверка школ. Межведомственные комиссии работают во всех районах города. О том, как проходит приемка школ в Заволжском районе, расскажем далее. В преддверии нового учебного года в школе номер 29 на переулке Никитина проведен косметический ремонт в классах и в рекреациях. Серьезные работы выполнены по обновлению 6 санузлов. Один из них оборудован для детей с ограниченными возможностями. Частичные ремонты выполнены в некоторых кабинетах. По всей школе заменены электросветильники. Завершается монтаж системы оповещения и управления эвакуацией из здания школы. Завершатся в ближайшее время работы по монтажу Центра детских инициатив. В ходе приемки межведомственная комиссия оценивает не только выполненный ремонт, но и весь комплекс работ по подготовке учреждения к новому учебному году. Мы посмотрели в составе приемочной комиссии готовность школы к учебному году. Обошли территорию, зашли в классы, посмотрели учебные заведения и, в принципе, сделали выводы, что школа к приему гостей, учеников готова. Также в рамках подготовки к новому учебному году текущий ремонт проводили и в детских садах. Меняли окна, ремонтировали кабинеты, закупали новую мебель и оборудование. Комиссионная приемка детских садов успешно завершилась на прошлой неделе.